Будьте добры, представьтесь. Я капитан Сидоров, Магарлан Ильдумаглы. В настоящее время выполняю свой долг ряда вооруженных сил азербайджанской армии. В сегодняшний день мы находимся в границе Карабаха Азербайджана. У нас в течение недели было два раза наступление с нашей стороны. За два раза наступления мы всего лишь 5 шахидов дали, а армянских первое наступление 72 трупа, во второе наступление было 30 трупов. Но жаль, что из телестудии никто не пришел, их не снимал никто. Но наш личный состав батальон сегодняшний день морально очень хорошо подготовлены, выполняют все боевые задачи, которые выставляются высшие органы или командование. Я вам скажу, что на сегодняшний день у нас вооруженных сил все хватает. Только я попросил, естественно, всем азербайджанским народам, всем вернуться лицом именно армию. Пускай армия все помогает. Армяне, это они такой народ, что у них никогда не было земля, своя земля, родная земля не была. Они сейчас хотят для себя завоевать какой-то кусок земли, чтобы на будущем им было где-то жить. Вот они используют на сегодняшний день политическую обстановку нашей Азербайджана. Ну, я надеюсь, что мы свои добьем. Так, мне сказали, что еще вас брат слушает. Ладно. Да, у меня брат, вот рядом от меня где-то 10 километров. Он тоже служит. Он тоже офицер, замкомандир батальона уже. Воюет. Мы с ним не виделись уже 4 месяца. Как я себя, я своих, извините, детей не видел давно, супруга не видел. Что хотели им передать? Я им передаю всем привет, чтобы не беспокоились за нас. Мы стараться будем, чтобы им было очень спокойно. Так, спасибо. Еще у меня к вам просьба. Будьте добры, скажите, куда вы девали эти трупы, армянские трупы? Да, эти трупы вот там, где-то на 100 метров. Мы зажигли где-то половине. Смотрю, они завоняли уже, чтобы не было это медицинских, это самое, как назвать это? Санитария. Да. Это болезни всякие, и чтобы не было, я трактор вызвал, мы откопали, закопали всех их туда. Вот они сейчас там. Даже, по-моему, один или два штуки там валяются. Дали трупы, я вам скажу сейчас, 23 числа они сделали крупное наступление. Как обычно, кто наступает, они дают большую потерю. Вот это мы все должны понять. Кто обороняется, тот дает меньшую потерю. Я вам только что сказал. У нас только 5 шахид, а у них 72. Значит, они как наступили, так как наступили, тут же дали большую потерю. И бронетехники, и бронетехники. У нас прямо один миномет в люк танка попал. И взорвался. Этот говорится именно о чем? О том, что мы готовы защищать. Только чтобы все, весь народ вернулся лицом, защиту своей родины. Тогда у нас победа будет очень слишком близко. Скажите, пожалуйста, сколько трупов все вы собрали в последние недели? Последние два наступления, которые были 23 числа и 25 числа. 102 трупа у них было. 102 трупа. У нас всего лишь 5, как вы. И 22 раны. Спасибо. Надо сказать, что подготовку прошли полностью. Не можно сказать, а точно, подготовку прошли полностью. Они, самое удивительное, что во время атаки, как хорошо подготовлены, как так хорошо подготовлены, что они сразу переходят к контрнаступлению. Я скажу, что подготовлены очень хорошо. Это офицеры, которые готовили, я им благодарю всем. Они хорошо готовили, трудились. Ихний труд вот сегодня идет ценится. Вот можно и сказать, что мы к готовому пришли. Так, вот этот танк, ровно 3 дня назад подбил один армянский танк, и 24 числа очень сильно помог нашему личному составу пробить тот проход, который они старались добивать и пройти в нашу сторону. Вот этот экипаж и роты под командованием лейтенанта Агаева, Нурадит и Агаева, Ильга. Вот они, самые боевые ребята, что
У нас все боевые основные, но они самые боевые. Как командиры, так и солдаты. Вот мы здесь разжигали. Просто это было, чтобы санитары там не, чтобы всякие болезни не распространились. И поэтому я вынужден был 4 дня, 3 дня ждал, через 3 дня откопал, вот их смотрим, везде закопал. Здесь лето их человек, наверное, 50-60, вот так. А остальные половины там и половину вот там, только что где были, подальше. Мы вышли с армянами на связь, чтобы обменяться с трупами. Что у нас потом 5-6 там и раньше, которые были, их тоже трупы были. Или отдать их трупы, чтобы взять наши живые или раненых, которые из двух зон боевых действий попались. Но они категорически отказались, говорят, что там эти трупы не наши трупы. Ну, мы что можем делать? Потом вынуждены были вот так поступать с их трупами. Мы вышли в связь с армянами. Я лично вышел их командиром. Сказал, чтобы они пришли, забрали свои трупы взамен, дали нам наши трупы. Или если есть живые, плены или раненые, чтобы им дали нам. Они категорически отказались от этого. Сказали, что поступать так, как хотите. Мы тоже будем делать так, как нам нужно.